сумелки жмутся к нему свет. Угу. Привет, Михалюсенький. Михалюсенький. Ты на полничку. Красивый такой. Пойдем походим. Это мальчик Бакин. Ты мальчик. Ну тебе посмотри, показалась девчонка. Пойдем походим. Ты что, у нас вон там писюн какой-то арчит. Мальчишку, у тебя писюн есть, да? Малюсенький. Ты вот и самое главное, что это все есть. Не бойся, пошли потихоньку. Пойдем. Пойдем потихоньку, да, пойдем. Пойдем, не бойся. Это Светка бойся, приехала помочь нам тут чуть-чуть с уборкой. Пошли. Не бойся. Пойдем. Кошки, сука, вокруг. Пойдем, не бойся, пойдем. Пойдем, там еще Люда есть. Она тоже тебя слышит, но не видит. Пойдем. Скажи, мам, может домой? Мам, может домой? Сейчас пойдем домой, сейчас. Что, пока солнышко, скажи. А собак не боится, да? Но он же не с ними. Ну, он же в клетке. Да? У меня большая клетка, скажу, огромная. Ну, все равно же он привык, да, потому что лай постоянно. Да. Все равно он же, наверное, как с семьей. Они его даже на него не реагируют, как бы, ну, он вот лает, как будто бы он свой. Ты еще лаешь, да? Как гавкну, скажу. Да, свои территории охраняют, все это. Защитник какой. Ой, да маленький. Я тебе обязательно дам, да? Маленький. Ну, шерсть поднялась. Ага, дыбом. Полк встал. Охранник. Скажи, что это тут вообще происходит, я не понимаю. Скажи, тут самый главный охранник. А я думаю, что это он не лает? Тут он гуляет, оказывается. Хороший, мальчик. Тут хороший. Хороший. Сколько ему? Ну, он маленький, ему где-то 3 месяца. Ну, он большой будет. Нет. Говорят, нет. Скажи, что это я буду большой? Я буду... Ну, он может... У меня лапы тоже лапы длинные были. Сейчас она такая здоровая. Чего меня пугаете? Да ладно, ну а что такого-то? Тебе привыкать... Я хочу быть маленьким. У тебя все большие. Вот истерику там закатили. Как вот он все стер, вот, видишь, как он ползал. Да. Так вот он. Поэтому у него, видишь, все стерто. А сейчас вот надо нам побольше, скажи, мам. Надо со мной побольше гулять, просто были дожди, мы не могли ходить. Ну, да. А сейчас мы так немножечко будем ходить и гулять. Кто там ржирей в этой клетке, мам? Буду жирный.